Корабль под названием «Детство» отправляется в плавание. В Новоивановском открылся новый детский сад. Он построен по индивидуальному проекту и внешне напоминает морское судно. Первые впечатления вообще шикарный садик. Прям видно, сразу бросается в глаза. Все на высшем уровне. Просторные игровые, спортивные и музыкальные залы, современный пищеблок. Ноу-хау садика – раздвижные перегородки между спальнями и игровыми. Мебель закупили с учетом возраста воспитанников. Я думаю, все будут пытаться попасть наверх. Да, дети очень любят. Интересно, как будет. Ну, кровати по спецзаказу не 1,50 м, а 1,30 м, чтобы было ниже. Да. Нижние этажи для самых маленьких, верхние для ребят подготовительных и старших групп. В здании оборудовали кабинеты для занятий творчеством и медпункт. Для прогулок на улице построили веранды с навесами и площадки для занятий физкультурой. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».